Друзья, с вами программа «Три сложных вопроса». И на эти краеугольные вопросы жизни сегодня ответит очень интересная, на мой взгляд, молодая пара. Пара творческая. И для творческих людей, для молодых людей, для тех людей, перед которыми также стоят подобные вопросы. Вопросы, где найти опору в жизни, кто и что может помочь вам в этом пути изменений, обретения истины, в вопросах, как правильно создать семью, на каком основании, что именно может сохранить и созидать взаимоотношения, как найти свое призвание в жизни, нам сегодня ответят Николай и Наталья Тарасовы. Они являются служителями здесь, в Санкт-Петербурге, люди с непростой, но очень интересной и яркой судьбой. Николай является лидером группы «Точка опоры», музыкальной группы. Они очень много служат молодежи, очень служат много людям, которые как раз находятся в поиске выхода из сложившейся ситуации. Я знаю, что их творчество очень актуально. А сейчас мы узнаем как раз их личную историю. Историю, как они сами ответили в своей жизни на эти вопросы. О Боге, как я уже говорил, не раз задумывался с детства, когда на кладбище с родителями приходили, видел кресты, какие-то церкви, купола, и вот в эти моменты еще у меня прабабушка была очень верующая, такой человек, она мне все время говорила, что там, Коленька, Боженька все видит и так далее. Но как-то так несерьезно это все воспринимал, конечно. Но вот достаточно все было просто в жизни. Папа, мама любили, заботились, вот, создавали все условия для нормальной жизни. Учился, спортом занимался, съездил прямо со второго класса. Плотненько так играл в волейбол. Ну, вот, я был волейболистом. Ну, вот, хороший был достаточно у меня и успехи, и показатели. Потом стал капитаном команды. Это лидеры. Все в школе, да? Или уже потом в институт пошли? Ну, в школе, даже в школе всегда как-то я вот... Почему-то за мной люди шли как-то. Так тренер сказал, учителя говорили, что... Ну, я, наверное, длинный из-за этого. Нет, не только, наверное. Хорошо видно. И видишь, куда идешь. Ну, да, как-то вот... Ответственность за людей стал чувствовать, ну, с детства, наверное, в команде старался подбодрить, вот, хотя всегда мне это не нравилось, до сих пор не очень нравится быть лидером. Вот. Слишком много обязанностей, ну, или именно это ответственность? Как ты переживаешь, да, многое. А люди же разные все, сами этими заморочками. Вот. И так вот действительно привело к тому, что пригласили в команду подготовки мастера спорта в спортивный интернат. Там уже я понял, что это моя карьера, моя судьба, мое будущее, и волейбол, все это я так любил сильно, был посвящен этому. Вот. Ну и потом, конечно, как некая звездная болезнь появилась, потому что действительно был сильным спортсменом. Вот, все закрутилось, начал покуривать, спиртное употреблять. Вот. Ну и, конечно же, встретились люди, доброжелательные друзья, которые предложили там чего покрепче, и наркотики в жизнь пришли, стал баловаться, так сказать. Думал, ну, что вот. Баловаться, да? Да. А сколько вам было тогда лет, и где вы находились? Это был первый курс института, я даже сейчас не могу быстро сказать, сколько мне было лет, ну, после школы сразу. После... 18-19? Ну, да, да, вот так, 18, наверное. Вот в это время, да, я столкнулся с криминалом. И то есть буквально в течение первого года института? Вообще просто. Просто вот такое, да, моментальное, да, пошло? Ну, я пришел в группу, в группе были ребята, которые, ну, уже это делали, тоже спортсмены. Вот, и все это показалось мне очень интересно. Вот, и опасности никакой не видел, потому что, ну, полагался на свои какие-то силы и успех постоянный. И тут меня сломало, да. Вот. Мама узнала потом, тетя моя, вот, тетя широко известна такая, вот, особенно в советское время знали все фильм «Белое солнце пустыни», она играла роль Гюльчатай. Тетя Таня, я тебя очень люблю, передаю привет, если ты меня увидишь. Вот, она верующая была на тот момент, проповедовала мне все время. Вот. И вот тогда я как-то стал серьезно, уже будучи в проблеме в этой,
ну, посерьезнее думать о, о Христе. Да. И встретил Наталью. Вот. И? Наталью встретил, значит, в том месте, где продавали наркотики. И у нее покупал. Показалась мне она привлекательной, интересной девушкой. Потом узнал о том, что она, ну, колется. Я-то курил там и развлекался так, как мне казалось, так называемые легкие наркотики, что привели просто к гибели очень многих. Вот и там. Вот вы встретились с Натальей, и что дальше? То есть как вы уверовали все-таки? Уверовал, ну, когда уже мы плотненько с Наташей уже и семью создали, и все, ребенок родился. То есть эта история, она такая очень, ну, ее быстро не расскажешь ей, ну, можно вкратце. То есть родился ребенок, мы решили создать семью, поженились. Вот, и венчались. Венчались, да, в церкви. Ну, уже мы, будучи вместе с ней, были в этой проблеме, находились и думали, как-то семья, ребенок, ответственность, взрослая жизнь. Отвлечет как-то, да? Там конечно, ну, то есть тебя это, ну, ты возьмешь себя в руки, я так все время думал. Папа, мама в курсе были всего. Ну, вот они тоже верили, что все-таки семейная жизнь. Ну, что, ей 18, мне 20, такие просто ребята серьезные. Ну, в принципе, серьезные наркоманы. То есть, и сколько вам было? Все-таки через каким образом вы услышали призыв, что есть путь спасения? Но призыв он не был таким вот именно. Ясным, да, таким? Да, то есть это просто тетя потом она проповедовала маме, мама покаялась и молилась. И мне все время говорила Наташа, ну, что ребята, Иисус Христос, только Он сможет повлиять на вашу перемену, потому что другому не получится. Вот. Я какое-то время говорил, что получится, но на работу устраивался, увольняли, и потом кражи начались, денег стало не хватать, мы вместе уже, я бросил все работы, мы уже ходили. Кражи начались у вас или да. вы? Мы стали да, заниматься уже криминалом, серьезным вдвоем, как Бонни и Клайд. Вот. Но я не хочу, чтобы зритель подумал, что мы хвалимся этим, это позор. Ну и вот встреча с Богом произошла. У меня Наталья сама расскажет, у меня вообще это все странно вышло. Я ходил в церковь, вот куда мама ходила, в Павловск, и мне там проповедовали, ну как стать верующим. Мне все это нравилось, вот, но я не знал, не понимал как. И тогда вот, когда мы уже собрались, я собрался на реабилитацию ехать. Наташа к тому времени была уже на реабилитации в реабилитационном центре «Новая жизнь». Вот. Я тогда думал, что я хочу поехать туда уже другим человеком. Другим человеком, да, но я завтра должен ехать уже в центр. И, вы знаете, я лежал на своей постели и вспоминал, что мне говорил пастор, что надо помолиться молитвой покаяния. Что в этой молитве должно быть? И я репетировал. Я вот выхожу и говорю: Господь, прости мне мои грехи, прости вот за все, что я делал, сколько боли. И начал причислять злодеяния, которые я причинил с близким, другим людям, чужим, сколько слез там и так далее. Вот. Прости, приди в мою жизнь, что-то делай. И все, и уснул. На утро пошел в церковь, сообщил маме, что мне надо покаяться, я готов. Все отрепетировано. Ну и да, и пошел в церковь, встал на колени, стал молиться. Я заплакал, да. И сколько времени длилась ваша реабилитация? Вот, во-первых, вот эти болевые симптомы, через сколько вас оставили, и когда вы уже прям стали приходить в разум? Ну вот первые сутки 2 часа отоспал, потом сутки опять не спалось, потом еще 2. И потихонечку, дня через 3 я стал уже, ну, вырубаться, то есть так, ну, и через неделю я кушал вот такими тазами. Это тоже странно, аппетита нету, там по месяцу бывает, есть невозможно, хлеб кажется как поролоновый, ну, все убито, все. Пока рецепторы придут в себя, да, это токсикоз, это кошмар. Ну вот, и вот это стало происходить, то есть через неделю я уже забыл вообще боли, отсутствие аппетита, все было нормально. Вот,
все было хорошо уже через неделю. Это и было получилась все. Большая разница, действительно. Для вас это был такой прям рубикон, переход. Причем как бы не было, и опять же повторяю, ничего от того, что-то бывает там, и выпить там, может быть, чего-то. Ну, сняться таблетками какими-то. Да, ничего, просто вот чистота и все. Березы. Ну, была погода, правда, вот такая вот. Как сейчас за окном, сыро, ветер, снег, дождь, холодно, мы работали, ноги были вот так мокрые, все, и было тяжко. И не заболели при этом. Не заболел вообще, да. Это было для меня встреча с Богом, я считаю. Ну, то есть от него явная, ну, обратная связь пошла. То есть он мне вот таким образом заявил, что я тебя принял. Веду, да, я тебя принял. Я тебя знаю, я в курсе твоих проблем, я тебе помогу. Вот, и я там потом уже, потом начал молиться сам. Вау, здорово, спасибо. Наталья, расскажите, пожалуйста, вашу историю. Ну, у меня не было такого прям вот яркого детства. Да, я была, знаете, таким ребенком всепоглощающим. Я по чуть-чуть занималась всем, вот, пыталась. И... А спортом тоже занимался, пыталась, но оставила это занятие. И какие-то мои, наверное, внутренние комплексы, может быть, какие-то, знаете, с детства чего-то. Я не хочу сказать, что меня там не любили родители. У меня мама с папой в разводе были. Ну и понятно, что ребенку где-то что-то, когда, ну, не хватает, когда нету, да. Ну, ребенок же не понимает, да, чего ему хватает конкретно. Да, это как ты сейчас взрослый человек, ты понимаешь, что это нехорошо, когда мама, папа отдельно. И вот для меня это было такое, видимо, знаете, где-то на стороне искать любовь хотелось. И так вышло, что когда мне было 14 лет, я в очень неприятную историю попала. Которая привела к тому, что у меня очень такое депрессивное состояние было. Я даже подумала о том, что я не смогу жить с этим, и хотела покончить жизнь самоубийством, потому что, ну, было не выйти из этого самостоятельно. Маме не могла сказать, но в причину просто такая была, что я не хотела, чтобы ей было больно. Вот. И у меня ребята, с которыми я на тот момент общалась, они уже знали, что такое наркотики. Потому что это были 90-е годы, и тогда страну захватила вот эта волна вседозволенности. И с такой ненасытимостью молодые люди поглощали все. Потому что у нас не было такой информации, количества, как сейчас, слава богу, есть. Да, и подростки могут сейчас много что знать. У нас этого не было. Мы росли в том, что у нас нету наркомании, нету проституции, нету... Взрослые отрицали проблему, а молодежь и дилеры, в общем-то, они этим пользовались, получается, да. Так. Да. А дети просто шли. Да, мы как такие, ничего себе. И это казалось интересным, и казалось, что это, ну, что-то, что может привлечь, знаете, очень сильно такое вот это средство было. И я стала практически сразу с такой ненасытимостью, потому что я попробовала употребить наркотики, и это притупило все, что мне было больно. Заглушило, да, вот эти чувства. Я перестала чувствовать, и я стала это делать с такой, знаете, ненасытимостью. Сколько вам было лет, когда вы начали? 14 лет. 14 лет. Да. И ваши друзья, они тоже были и 14, и старше, да? Да. И они, в общем-то, в основном мои ровесники. Они тоже уже употребляли наркотики. И, насколько я понимаю, это были уже не легкие наркотики, да? Уже я сразу более... внутривенные стала употреблять. А те, у кого мы покупали, это были взрослые люди со стажем, которые употребляли именно в тот период, когда мы говорили, что этого нет. Это было в Петербурге? Да. А вы один ребенок в семье, да? Нет, у меня есть старший брат. Старший брат. Да. Он как бы его миновал, эта чаша? Он не употреблял наркотики, нет. Ну, получается, вы были как бы один на один со своими проблемами. Да. И получилось так, что вы нашли вот такой путь. Точнее, ну, он вас сам тоже нашел. Да. И... Ну, можно сказать, я выбрала так. Неправильный выбор сделал из-за того, что я умолчала о своей беде. Подумав то, что это, ну, как-то ранит маму. Хотя я сейчас уже понимаю, что если бы моя мама узнала, она бы приложила очень мне силы, помогла. Да, да. Хотя... да, опыт показал, что она очень сильно может тянуть это.
Да. Не всякие, конечно, родители действительно мог справиться, и жалко, что так было на тот момент. То есть вы дальше, вы заканчиваете школу, да? Я уже тогда закончила, я училась в медицинском училище. Угу. Я после 8 класса поступила в медицинское училище. Я мечтала быть акушер-гинекологом или криминалистом, я хотела стать. Угу. У меня было такое, что я закончу медицинский колледж и пойду, ну, дальше в институт. Но, к сожалению, ничего не вышло. Вот. И да, очень длительное время. Вот я употребляла, когда я уже была 2 года в зависимости. Я вот познакомилась с Колей, угу, как он говорил. Так вам было 16 лет? Мне было 16 лет, да, почти 17. Угу. И у нас вот с ним завязались отношения. Он не знал сначала, что я употребляю. А потом, когда ему там одна девушка сказала о том, что mm-hmm, что ты с ней общаешься, она наркоманка, вот, mm-hmm, он попытался меня там со своим другом как-то спасать, начать, закрывал там, ну, как-то ограждал меня от знакомых моих. Mm-hmm. Вот. Потом он стал сам интересоваться и говорит, что ж такое тебя держит, что даже сильнее, чем наши отношения, что ты не можешь вообще вот это mm-hmm оставить. Просил попробовать дать, я говорю, что ну нет, угу, потому что это все, я тебя тогда, угу, ну, я не хотела, чтобы угу он тоже в этом участвовал. И те люди, которых я просила, что если он будет интересоваться там, угу, чтобы давали приобрести, угу, да, они же его и, так сказать, дали ему попробовать. И вы, уже будучи семейными людьми, с ребенком, вы понимали, что ваша жизнь, она разрушается? Как нет, вы... мы не понимали. Не понимали? Долго нет еще? То есть как вы все-таки пришли к вот я 13 пониманию, лет употребляла наркотики. До 27 получается. 13 лет, это получается, где-то 11 лет вы были во взаимоотношениях почти, да? Или... 11 лет. Мы были официально женаты. 11 лет. Ну, верили, все-таки понимали, что неправильно все вот это. И семья все-таки как-то, вот я говорю, у меня эта мысль была четко. Я знал, что все это прекратится обязательно, потому что у нас семья. Не, ну какие-то были сдерживающие факторы. Все-таки то, что у нас был ребенок, какие-то моменты, может быть, там, ну, на какие-то безумные поступки, во всяком случае, хотя они были в жизни, да, совершались, тормозила вот наша дочь. Я рада, что вы такое правильное слово употребили, сдерживающие факторы. То есть вы сопротивлялись, вы как бы вот... Было, я не употребляла это скольжение вниз, вы так вот тормозили. Да. Ну, это было, было. И у меня даже, знаете, было такое, когда вот я забеременела, я была, ну, как бы я употребляла. И во время беременности я бросила курить, и я не употребляла наркотики. Хотя Коля продолжал, и у меня было, знаете, вот сейчас уже, будучи мамой, это страшное на самом деле состояние, когда ты носишь ребенка, но ты не ждешь ребенка, рождения его, как, потому что ты хочешь его увидеть, а ты хочешь родить для того, чтобы начать снова употреблять. Это, ну, это ужасно, да, на самом деле. И когда Даша родилась у нас, она... У меня были роды тяжелые очень, преждевременные, и, ну, было так, что мама меня провожала в роддом, и врачи говорили, что настраивайтесь на кого-нибудь одного, то есть у нас мало шансов было, что мы обе с ней выживем. Вот, и там недалеко от роддома церковь была, и мама моя бегала вот так от роддома к церкви, молилась все время. И вот Бог, слава Богу, так спас вот... Спас обоих. Да. И... Через 2 месяца, вот когда я перестала ее кормить грудью, я уже снова стала употреблять. Скажите, пожалуйста, в итоге, вот как вы, в вас созрело все-таки это желание и понимание, что спаситель и спасение есть? Моя мама в какой-то момент поменяла входную дверь в квартире. И я осталась на улице. У наркомана нет друзей, ну только если на тот момент, пока у тебя есть деньги, если есть наркотики, то у тебя много друзей. Когда ты остаешься в какой-то неприятной ситуации, у тебя ты один на один с этой проблемой. И получилось так, что зимой я осталась на улице, мне негде было ночевать. И я жила какое-то время в подвале. И вы знаете, там вот пришла, ну, я просто когда там находилась, я стала задумываться о том, что неужели вот для этого, ну, неужели вот это предел моих мечтаний было, вот когда-то. Вот оказаться вот там, вот в этой на вонючей улице, да, трубе, грязь, крысы, вот это все.
когда ты не имеешь возможности там ни помыться, ни поесть, ничего. Ну, это на самом деле меня тогда очень, ну, как-то вот, знаете, очень мне стало обидно за себя, что я вот до такого состояния дошла. То есть вы увидели, что это дно, вообще вот уже да, дно. Да, мне стало очень жалко себя на тот момент. И я пошла, просто на колени упала и просила маму, чтобы она помогла мне уехать на реабилитацию. Мама, да, она согласилась помочь мне. Она сказала на таких условиях, что они утром просыпались, я уходила из квартиры, они меня дома одну не оставляли. Я могла прийти домой только когда был кто-то дома. Холодильник был пуст, она меня не кормила. Она мне, ну, то есть у них была только еда для нее и для Даши. Она все правильно делала, да. Да, и это ей вообще низкий поклон за то, что она все это вот выстояла. Если бы у меня все было, если бы у меня ну, было где жить, если бы у меня были деньги, если бы у меня была еда, я бы, наверное, не призадумалась о том, что что-то нужно менять. Ты просто умерла бы, и все. Да, у меня было очень много передозировок, и буквально перед отъездом мама меня очень сильно откачивала, ну, очень много усилий приложила к этому. И она говорит, что она меня, ну, делала искусственное дыхание, и сердце все равно останавливалось. И потом она говорит, я уже бросила и ушла, и сказала, что, Господи, если она нужна тебе, значит, она выживет. И вы приняли план мамы, скажем, да, ее предложение еще раз поехать на реабилитацию в тот же самый центр. Но теперь вы уже понимали, или оно пришло именно в центре, вот эта мысль о том, что нужно что-то кардинальное изменить? Или повлияли слова мужа как раз, слова Николая, что нужно пригласить в свою жизнь спасителя? Я сначала смотрела на него как на какого-то немножко неадекватно. Я все ждала, что он придет и скажет, ну все, давай. Ну, что он вернется к тому, от чего он ушел. Но я видела, что это что-то намного сильнее, чем наркотики. Что Бог, он, ну... Что у него нет желания вернуться. Нет. И ему хорошо с этим. Да. То есть то, что вот у вас происходило постоянно, да, вот эта пустота, она постоянно засасывала назад, возвращала к наркотикам, вдруг у него прекратилось. Она вот была заполнена и переполнена. Да. То есть она, ну, это я ехала за наркотиками, я его встречала, он работал недалеко от того места, где я жила. Вы жили врозь? Да, вот конечно, мы в разводе были. Мы развелись официально. И он мне постоянно говорил, что я еду, мне плохо, а он встречал меня, ну, там, он где-то работал на улице, и он мне говорил о Боге, я ему говорю, ну, у меня все хорошо, да, меня так трясло все. И потом бывали моменты, он мне говорил, что я молюсь за тебя, я его кричала на него, ругалась и просила этого не делать, потому что, ну, Бог же, он ставит условия в такие, что... Да. И у меня ничего не получалось. Наталья, ну, вот эти всякие вещи, и гадкие. Вы пришли в центр, у вас был вот этот уже опыт, когда вы своими силами старались оставить, вот со всеми желаниями, и как произошло ваше перерождение, скажем? Не знаю, как-то сверхъестественно. Я поехала уже умышленно в центр найти Бога, с ним познакомиться. И я была готова на любые условия. Ну, если бы мне говорили там прыгать на одной ноге, я бы прыгала. И мне я когда приехала, я, если с первым моим опытом, так сказать, реабилитации, мне не было целью, там, знаете, я смотрела на всех людей, я искала какой-то подвох в том, что они говорят, что они делают, то в этот раз у меня, я как-то, знаете, в каждом человеке видела Иисуса. Их поступки, их слова, ну, они как-то вот показывали его. Я не хочу сказать, там, знаете, что все, я там сразу стала новым человеком. Нет. Я до сих пор меняюсь и до сих пор прохожу какие-то, ну, вот эти ступени, которые очень много лет во мне вбивалось, да, вот грехом. И очень со многими вещами приходится бороться. Это на самом деле очень сложно, то, что мы должны были научиться в 14, 15, 16 лет делать. А сейчас приходится учиться, когда 30? Приходится учиться снова, и да. Больше. Да. Когда я ушла, ну, закончила курс реабилитации, мне было 28 лет. Ну, как бы физических.
Спасибо, на самом деле, замечательное свидетельство и история очень глубокая, яркая. Я хотела бы попросить вас вот буквально блиц, буквально за несколько минут попробовать сформулировать ваш секрет обоюдной правильной семьи. У нас, я считаю, хорошая семья. Действительно хорошие. Вот, бывают всякие трудности, но понял я одно для себя, вот, что сделай так, чтобы она была счастлива, и все, не пытайся ее поменять. Что у нее, что у меня, очень много недостатков, с которыми просто ну, невозможно согласиться. Вот. Но смотреть надо на человека, на сердце, на, эту, вот, на ее душу и любить. Вот. И просто пытаться сделать все, чтобы ей было хорошо. Все. То есть, а вы, Наташа, вот что вы скажу. Думаете? Ну, в чем ваш секрет? Я с ним согласна полностью. Когда только начинаешь тянуть одеяло на себя, все, это проигрыш. Хотела попросить вас буквально в нескольких словах попробовать определить и поделиться, может быть, с нашими зрителями вашим опытом, как найти свое призвание, как определиться в нем. Когда пришел в церковь, спел одну песню, и мне сказали, церковные люди, это ты помазанник, это твоя тема. Вот. И все, я поверил просто, и действительно оказалось так, что это мое. Что это работает, да. Просто, что конечно. Это не только для вас приятно, да, но что это действительно является такой отдушиной для других людей. И я знаю, что ваше творчество сейчас, оно тоже связано с работой как раз и посланием к людям. Которые находились вот в таких проблемах и находятся, может быть, или на перепутье, или они размышляют, не встать ли на путь разрушения. То есть вы занимаетесь очень много профилактикой наркозависимости, да? То есть вот это одна из ваших целей и миссий в жизни, я правильно понимаю? Да, конечно. Мы посещаем реабилитационные центры. Сейчас, слава Богу, Бог опять открыл двери в тюрьмы. Мы вот посещаем также колонии. То есть вы считаете за радость служить тем людям, от которых очень часто отказываются семьи, отказывается общество, и они оказываются вот там, где когда-то вы нашли себя. Но если бы нам когда-то кто-то не сказал, мы бы тоже сейчас бы тут не сидели. Я думаю, что это тоже один из результатов нашей сегодняшней программы. Итак, напомню, у нас в гостях Николай и Наталья Тарасовы. Николай является лидером группы «Точка опоры», название, которое действительно показывает, что есть точка опоры, есть тот, кто может изменить ту жизнь, которая сейчас разрушается, катится под откос. И если у вас, тех, кто смотрит программу, есть родные, знакомые, друзья, кому нужно обратиться за помощью, в принципе, вы можете написать нам на канал, мы можем связать вас и с Николаем, Натальей, с другими служениями, которые помогут вам. Спасибо вам большое за честность, спасибо. За открытость, за ваш путь, который вы идете. Будьте благословенны. До свидания.